Караганде прошел Кубок Республики Казахстан по шорт-треку. В Ледовом дворце спорта «Ажолтай» соревновались команды из Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, а также городов Алматы и Астаны. За звание лучших боролись более 100 спортсменов. Подробнее в сюжете. Соревнования проводились по олимпийской системе на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Самому младшему участнику 14, а старшему 18 лет. Спортсмен из Атырауской области Еркебулан Шамуханов занимается шорт-треком уже много лет. Говорит, что поначалу было сложно, но благодаря упорным и напряженным тренировкам он стал достигать высоких результатов. На чемпионате в Караганде он занял первое место на дистанции 500 метров. Именно в этом спорте буду заниматься. Есть впереди моя цель. Олимпиада это вот. Ну, я думаю, каждого спортсмена цель Олимпиада. Самое большое достижение. Но я не хочу быть однократным олимпийским чемпионом, хочу быть многократным олимпийским чемпионом. Вот стремлюсь, хожу к целям. Шаг за шагом, думаю, я иду к этой цели. В Караганде этот вид спорта получил свое развитие еще в середине 80-х годов прошлого столетия. И с каждым годом он набирает все большую популярность. Шорт-трек активно развивается в 7 городах Казахстана. И наш город не исключение. Мы планируем участие, как известно, будет в 17-м году универсиада 17-я в Алмате. Мы планируем участие в них и, естественно, у себя на родине показать максимальный результат. И основная команда взрослых готовится к Олимпийским играм 2018 года, которые будут в Южной Корее. Победителями в забеге среди женщин стала спортсменка из Атырауской области, а среди мужчин в эстафете первенствовали представители западного региона страны. Алина Акбаева, Рустам Бараев, Никита Косых, 5 канал.